Праздник от лукавого. Челябинская епархия отговаривает южноуральцев праздновать Хэллоуин. В канун католического дня всех святых в некоторых странах принято наряжаться в костюмы и собирать сладости. Эта забава прижилась и в России, но каждый год тема Хэллоуина разжигает массу споров. У православной церкви с поклонниками этого праздника разговор короткий – запретить. На компромиссы в РПЦ тоже не готовы, даже в рамках других религий. Это извращение католического праздника, скажем так. Извращение именно. Сатанинское, демоническое извращение. И сами католики, правоверные католики, они прекрасно это понимают. И никогда в них, то есть правоверные именно, убежденные католики, они никогда в этом участвовать не будут. В храмах верят, что их прихожане даже и не подумают праздновать Хэллоуин. А если такой факт всплывет на исповеди, наложат эпитимию через молитвы. В РПЦ уверяют, что всегда готовы направить заблудшего на путь истинный. Есть замечательная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Помните? Это сказка-притча на самом деле, потому что Аленушка – это церковь. А Иванушка – это такой неразумный человек, который идет и стремится изо всякой лужи напиться. Он не обращает внимания на то, что там копытца там, или еще что-то. По нему тому пить хочется, вот он духовной жаждой утомим. Хэллоуин выпадает на вторник, поэтому все тематические мероприятия организаторы проводят уже в эти выходные. Планируются марафоны фильмов ужасов, танцевальные вечеринки и даже костюмированный день донора.